нас в этом году, в сентябре 17, 18, 19 будут выборы. Выборы в Государственную Думу. А также будет избираться глава нашего поселения, Семновского сельского поселения. Моя семья, мы ежегодно ходим обязательно на выборы, потому что от нашего выбора зависит и наше будущее, будущее наших детей, так как это очень важно для страны и для всего нашего общества. Поэтому нужно обязательно пойти и сделать свой выбор, сделать правильный выбор.